Я не понимаю, почему я не могу сказать свое мнение. Вот это я не понимаю. Я говорю то, что я думаю. И мне совсем не кажется, что я делаю что-то такое сверхъестественное. Мне наоборот странно, что я вот сейчас замечаю по знакомым людям, которые живут, наверное, больше в России, чем где-либо, что они говорят уже, они зажались, они стали более с опаской разговаривать. Страх в них вселился. Вот для меня это любопытно, потому что как я и не верила, что будет война, так я и не верю, что человек не может говорить то, о чем он думает. Вот это я стала замечать с началом войны.